Ай, блядь. Или подожди, стоп, нахуй. Да, трэш поехали чистить пока что. А у нас что, нет ни совы, ни ретрика? Ретрик есть. Совы не будет, да. Хантов я уберу, потому что мне удобно будет бить, потеря ДПС будет на этом, блядь. Ну, когда он будет бегать туда-сюда, на вихре. А, я понял. Просто нету в этом целка и ретрика. Да, есть ретрик. Да, целка нет. Целка нету, я просто смотрю, хосты что не хватает. Так, Барбаросса в демоне. Или... Бать, посмотрим. Бать, у тебя нету спека демона? Понял, тогда пока на замене посидим. Надеюсь, мы, блядь, пьем эту хуйню. Раз, два, три, четыре, пять. Там ловушки есть, нет? Ну вообще должны быть. Даже мастер, поснимай, пожалуйста, ловушки. Ты тут вообще? Или опять в кэш? Не, вроде тут. Поснимай, пожалуйста, после трэш. Чтобы они не били эту хуйню. Так, этого дружка, блядь, где он там, нахуй? Нахуй. Так. Сразу наперед забегаю. Войд будешь давать на первой, ну, из баунт на первом вихре. Иглю, ты будешь сокру после войны давать. Потом Дермич, твой второй вихрь, айсбаунд даешь. После айсбаунда Люксор даешь сокру. Реслин, ты если что, на подстраховке по команде, когда скажу, надо будет дать сокру. И так все время чередуетесь. Первый, третий, пятый дает войд Глю. Второй, четвертый, шестой дает Люксор и войд. И этот и Дермич. Запомните сразу и смотрите. А чё пал отлетел? Какой пал? Урайский. А это?
Ну, блять, во-первых, ну, человек хочет ходить только на ЦЛКХЛ. Во-вторых, блять, дохуя пиздит за спиной, я таких людей ненавижу. И плюс он, блять, корифан этого дурачка нахуй. Я сначала не понял, почему мне этот дурачок вчера в ЛС писал. Ну, он чест закинул. Вот. Ну, типа, он, наверное, не понимает, что мне похуй на него. Вот. И раз, блять, он там нихуен, не въебенный друг его нахуй. Собственно говоря, понятно, что за человек этот паладин. Нахуй такой гильдии не нужен. Ну, тем более, если лучший друг, нахуй. Теперь понятно, что за даун, короче. Один друг друга стоит, собственно говоря. Типа, если его, ну, типа, дружок, там, типа, еще и свой слишком большой. И с уровнем игры таким посредственным, я бы сказал. Не супер охуенно. Ну, выше среднего. По большому счету таких много людей. И при этом пиздить много. Нахуй такие нужны. А где было, который кринж кинет, это выше какого? Выше среднего или ниже среднего? Ну, мне так честно интересно. Блять, что касается бебы. Бля, вот сколько я его знаю, он какой-то такой для меня до сих пор неопределенный тип игрока, скажем так. Ну, не человека конкретно, а игрока, если говорить по игроке. Он может играть, отыгрывать сильно, а может какую-то хуйню делать. У него нету такого, что он постоянно будет отыгрывать заебись, прям охуенно. Он может иногда что-то хуйню какую-то сделать, выпулить. Ну, типа, вот он у меня с таким ассоциируется. Ну, так такое у всех бывает. Ну, как часто, конечно. Не, ну, Беба сильный, да. Беба сильный, там, да, это что. Ой, блядь. Калют, а ты вчера ушел, когда мы... Ты в Дискорде вообще? Вроде на замене был-то, не помню, ощущал себе это или нет. Ебать, пунка на РТ, да ну нахуй, я ебу. Если фонарь еще появится, то я вообще, ну, в этом снег не пойдет нахуй. Пунка, как дела? Посредственно. Ну, почему поешка, Настя, ты тут? Что с экзаменами проблемы ничего? Ну, экзамены есть. Пока нормально, но со здоровьем в итоге проблемы появилась. Что не так? Простыл там вообще? Гастрит. Либо насчет этого. Либо насчет того, что тогда мы разговаривали. Я тут ближе. Я так подумал, в пизду. Не будем менять. Мы тем более только перебегаем на самый первый раз. Ну, один раз только. Люди уже к этому привыкли, лучше будем так. Не думал танка туда ставить, кстати? Нет. Куда? Ну, делается точно так же, только просто танка одного ставить, который будет ловить там ребра, да? Чардж. Окей, Андрей, объясняю, смотри. А вот стоит два человека, слева-справа, два мага, да? Они выносят лужи. Я ставлю сюда изначально человека, шанс 33%, что в нее кинет лужу. Соответственно, лужа пойдет в рейты по центру и пойдет все по пизде. Сейчас, подожди секундочку. Бля, ты на мне там этот видос скидал. Куда ты скидал? Дети прибьют. Какой видос? Дети прибьют. Я тебе не скидывал, я тебе стрим включал. Друзья, что ты хочешь? Ну, показать ему наглядно, что. Кого? Так я Кирилл вчера показывал. И что? Это я знаю и говорю, не хочу менять, мы один раз только перебегаем. Вот в самом начале, первый, когда бежим, вот после, на первом вихре мы только перебегаем.
Дальше мы стоим тупо в этом кресте все время, плюс-минус. Ну не, дело не в том, там просто чел не умер, который он чаржится. Там много я ни разу не умирал, если уж на то пошло. Блять, крест как-то близко стоит. У них там как-то получше получается, я не знаю. Как-то более синхронно на видео это у них выглядит все. Ванечка, да будь другом, пожалуйста, поставь шкаф и дайте мне шаман. Так, Блэкич и сосед, как в прошлый раз. Блэкич слева, сосед справа. Ванечел, оставь тоже порт в печеньку. На всякий случай, если что, меня подстрахуешь, если, блядь, в меня шип кинет в прошлый раз. Проклятие стихии я покидаю. Блэкич, ты тут? Блэкич. Он АФК и вылетел. Окей, Барбароски, да. Так, 7-8 пати пока кикнул. Далеко не уходите, там и в дискорде будете. Зашел. Да ну нахуй, умираю в рейде. Так, ребята, для тех, кто не был вчера, смотрите, начинаем, ну, как обычно, в центре, там, во фрейм становимся, бьем. Когда он начинает кастовать вихрь и чаржница в печеньку, вы все дружно бежите в крест, чтобы все были в кресте, поняли? И стоим в этом кресте, бьем масс, пока не закончится вихрь. Шипы быстро свищем, особенно шипы, которые будут кидаться на магов, которые слева-справа находятся. Давайте, Серчи, на ПВП. Ой, этот, рыбу хавайте, точнее, и бафайтесь на АФК чек. Всем привет. Привет. Паладин ауры, лед, броня, краски, сумки. Все, давайте на исходные готовимся. Короче, на полгода. Поехали. Да, кунка не сдебакерчает на хп, это важно достаточно. Адель. Масло намажьте все. А че отдаю? Войд, ареслин и дермич танчит, если что. 3, 2, 1, пул. Во фрейм стоим. Смогу.
Шип с мага быстрее сняли справа. Речь. Быстрее шип с вечности. Ребята, блядь. Это надо делать очень быстро. В крест прибежали, в крест, в крест. Блять, он остановился, сука, стоп. Отойдите. Стоим в кресте. Дай сокру, дай, глюк. Прохил. Блять, меня сложил. Хрен у вас психанная хуйня какая-то. Падайте. Вот видишь, тебя убило сейчас. С чарджа. Потому что ты ближе всего находишься к нему. С тобой. Я сейчас стоял со всеми в кресте, Андрей. Вот я сейчас стоял со всеми в кресте. А в кого он только что чаржился? Чей это печеньки? Не знаю. Ребят, еще раз повторяю. Пока он не чаржнется в печеньку, вы не бежите, сломя голову. Понимаете? Вы ждете, пока он чаржнется в печеньку. Он почему-то чаржнулся, ну, не в дальний таргет, а в более ближний, там кто-то пошел в крест раньше. Блять, мне кажется, печенька далековато стоит, вроде бы. И нормально, блядь. Не-не-не, нормально. ТП можно юзать, только ждите, когда он чаржнется в печеньку. После того вы сразу бежите резко в крест. Не раньше, потому что он может чаржнуться в кого-то из вас. Какая-то хуйня получилась. Может, знаешь, что нужно? Нужно, наверное, держать босса с самого начала, получается, вот в этом треугольнике, в этом ромбике. Чтоб дерьмич его не заводил туда дальше, а прям в ромбике его агрил, он сам к нему подбегал и все. И держал уже потом. Ну, это можно. Потому что он его чуть-чуть бывает далеко отводит и типа как-то страхово. Ты его просто сагри, вот, примерно как... Чуть-чуть, вот два шага вперед от креста. И потом просто, ну, когда он будет подходить, разверни его, он как раз в рамбе будет еще. Не, даже дальше. Наполовину, на середине, короче, креста и рамба. Вот так. Сагришь его, потом разверни. Все, на исходной стадии я что-то даю. Два, один, фу. Все, нормально, разворачиваю. Не забывай проклятие стихии кидай. Наоборот, важно. Шип сняли слева, быстрее, шип слева. Эсбаунд войд в крест все стали. Бьем. Глю сакра. Шип с маги сняли быстрее. Во фрейм подошли сейчас, ближе чуть. Настя, подойди во фрейм босса.
Или кто это? Шипы. Кто на шипах, напоминаю, эскейт нажимайте, чтобы вас прохили, возможно, было. Бля. Ненормально. Шипы. Бля, есть по мне что-то, что-то там по агру? Дай сальву. Его. Реслин по кришке. Дремич из баунт. Лексор с экрана. Шипы. Шипы быстрее. Ближе во фрейм стали все. Ближе во фрейм. Прохил. Шипы. Вальмора гимна манурит тотем. Серый иннер даш поблю. Мага сбейте. Мага снеля быстрее соседа речи. Его приоритетнее всего. И блэки еще тоже. Что? Прохил. Реслин, дай сокру. Я сдал сокру, если что. Я видел, твоя закончилась. Во сейчас фрейм. Лужа немножко пропадет и ближе во фрейм быстрее. Шипы. Podcast.
Bone Spike Cast. Bone Storm Cast. Я хил. Блять, как же лагает, ебаный в рот. Фрейм аккуратно, только смотреть, чтобы лужу не задело. Тут один не во фрейме стоит. Соседа шип, соседа шип. Шип, 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 слева быстрее. Блять, лужа, ушли, ушли с лужи, ушли, ушли. Гим дал. Серый, дай БР по Вальмаре. Встань, ребафнули Вальмару. Шип снимите с Блэкича быстрее. Встали во фрейм. Во фрейм быстрее. Шипы сняли. Лужа, лужа. Право, право. Блять, Ваничело, Ваничело, в печеньку сейчас готовься. Либо кто-нибудь в печеньку. Печеньку, в печеньку, Ваничело. Отлично. Все, в крест, 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 крест. Да, добьете уже. Прохил, 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 прохил. Арислин, дай сокру, продли. Крест, крест. Неужели нахуй заебал за три броня нахуй? ГЦ. Ой, сразу кладные. Еще и боты, которые сирожку хотят. А знаете хотел. Почему? Потому тихо, что я баланс тихо, сделала. Тихо, 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 тихо. Осколок выпал? Осколка нету. Нету осколка, но... Нет осколка. От лута отказывайтесь пока. Мирайон, что я тебе говорил? А, какой щит тут? Не, на самом деле это кумка зарешал, у него там шип очень. Но на самом деле... Хороший был, как первый раз по трайле. Плюс еще, возможно, из рейнджа это была проблема. Мы реально то, что ближе босса поставили, это прям зарешало. Надо было магом всегда стоять на рендже, потому что когда вихрь кончался, у нас просто лужа шла в рейд. Да и под конец он почему-то лужу... Не, у кумки очень много. Кумка пришел, затащил на самом деле. Как бы не хотелось это говорить, но... Пиздец, два, а то что я, блядь, ведь я нахуй босс, это хуйня вообще. Ребят, типа, ты смотрите, насчет леди, типа, ну, это бессмертный босс сейчас, он просто неубиваемый. Давай потраим, ну, хотя бы полчасика, я так считаю. Ну да, я тоже за то, что ну, потраим, посмотреть. Типа, да. У нас, в принципе, хороший шанс. Слышь, давай квест сделаем, ебать, заебал. Давай мы сразу же кольцо давайте покурим, давайте покурим. Сходим, реально. Долго шип забивали с блоки еще. Еще бы пояс, да, лут, лут достаточно хороший. Ты будешь бороться за щиток? Щиток, да. Сейчас, идите курните пока что. Почему я потом разрушу? Я кинул второй раз, когда меня уже сбили. Я хз. Не, хорошего пала, кстати, официантку взяли, да, можешь что-то. Короче, надо запомнить то, что босса танчить поближе надо. ЕП за ФК? Из трех гильдий мы единственные, кто щит выбил сейчас пока что. Там лут одинаково. Вы скажите мне, сколько мы убили? Сколько травм? Если бы мы не умерли, мы убили сейчас за 8.51. Да? 8.51. Ну мы за один трай убили. Ну считай, от первой трай мы вайпнулись. То, что смотри, там самые лучшие трай бы учило в 9.57. Вот они убили. Остальные 10.04, а мы за 8.51. 8.51. Ну у нас ДПС хороший, я сразу сказал. Типа, а даже те, кто на рендже стояли, все отыграли хорошо. Даже а сколько общий ДПС, скажите, пожалуйста. Там 290 держало, 283. Да, ну я. Да, вообще было бы под 300, 282. Если бы не умерли. Просто райского кикнули и все сразу. А сколько на леди надо? Да на леди тут
Леди я бы трайл, потому что мне кажется, с духами у нас будет... На леди нужно так же, но тут, видишь... Я бы переводил. Ну, примерно, да, тут она трэш. Я хочу видеть трэш, сколько бьет, и духи, чтоб не взрывали. Но духи шотают, скорее всего. А там что-то пиздец взрывали. Не, скорее всего, они будут шотать. Они шотают? Еще по рейду бывает. Пошли в тюрьму. Тряпка? Тряпка тоже... Ну, блин, очень сложно будет ее. Ну, а за сколько мы ребро убили? Сейчас посмотрю даже. 87. Ну-ка, давайте посмотрим на сайте, высветились мы или нет. 87 минут у нас в запасе. В списках пока нас нет, только в последних убийствах мы есть. У нас самый лучший дроп, там что-то говно падало всем. Ну да. Бля, сейчас я отойду, да там, то есть что там, зовут, я буду драться, сейчас приду. Ну, блин, на самом деле, мне кажется, мы хуй убьем меня, блядь. Если все может только если идеально типа сделать. У нас шансы хорошие, мне кажется, даже выше, чем у других гильдий. Это что-то... никто умереть не должен сейчас, конкретно на данный момент. Типа у него столько хп, что честно, если получается, то только в притирку, и чтобы никто не умер. Там охуенно, чтоб трэш заливали. Механика, ну там пиздец. Это самое, так на второй фазе духи ауешит и трэш. И пачки, да, и пачки. Ага, да. Там будто я заберу, конечно, ничего не что. Ну это типа тут не так. Тут не так стоишь, как и хуяришь ребро. Тут по-другому будет, поэтому. Мне кажется. Ее должны нерфить, это пиздец. Мне кажется, мы не потянем ее, если честно. Ну, надо просто я тяжело представляю в то, что никто не умрет за пушку, никто духа не взорвет. Может, мы просто оптимизируем, будет полегче, как с ядром, так же аналогично. Да ладно, мы же на X2 играли, Андрей. Люди, сколько эту леди не закрывали, все равно всегда духов ловили. Даже спустя да, год. Что, но у нее не было 130. Но у нее не было, да. Но при этом... У нее было раза в 4 меньше, наверное. Но при этом у нее было меньше хп и меньше урона от духов. Вообще от всего меньше урона. Конечно. То есть невыполнимые условия для людей, которые первый раз на ней. Да не важно, невыполнимые условия почти вообще для людей, целом, которые ладно. Здесь. Не, теоретически можно, мне кажется, его убить, если там... Рейд правильно еще подобрал. Ой, ну в теории это там невозможно. Кого? Леди? Леди? Стакан, леди леди рейд, сейчас и невозможно. И невозможно, Андрей Тюгер. Не убьешь ты леди вообще. Если исполнять нормально, мне кажется, это реально. Да даже, даже если исполнять, ну ты не убьешь ее, блядь. Ну типа смотри, если по рейду подбирать, это надо два фурика, блядь, минимум. Или три, блядь, взять. Ну или допустим два фурика. Рейдик жесткий, нахуй, который будет играть по трэшу. Это все из милишников, нахуй. Больше никто. Я понимаю. Но это реально. И два рога, которые дают на пол. Все. Ну, давайте не будем без морали, давайте потраем, посмотрим. Не, я просто надо, чтобы хп немного понизили, потому что там, ну это пиздец. Ну я вам так скажу, мы и ребро бы убивали по этой тактике, с этим ДПСом вообще спокойно. И мы, если не, мы в те 184 ляма мы не входили. Входили, входили. Но смотри, у нас умерло 5 человек, до берсы еще оставалось минуту 0.5. Мы бы убили, я вам говорю то, что... Минуту 0.5 до берсы оставалось. Ты прибавь 30 мультов, ты что, шутишь? Я ну ты считаешь, убили, у нас 5 человек еще сдох. Плюс ну, так мы не успели, Кирилл. Мы били 5 кило, ну... а в прошлый раз мы трали в 4, так что... Не, если бы... Мы убьем, мы убили бы даже с тем хп, которое было, я вам говорю это 100%. Просто если бы мы поняли, как бы раньше это работает, все, тогда бы убили бы. Так же с первого трая просто и все. Здесь просто в МК людей берут, здесь бегает. Да в том-то и дело, 3 человека здесь МК плюс духи нам. ХП у нее столько же. Вот считай нахуй. Просто. 3 человека в МК выпадают. 3 человека на трэше, 3 танка, это 9, 5 хилов, это 14, плюс духи, 3 штуки, 3 человека бегает, это, блядь, сколько нахуй, 17. Итого, постоянно бьют босса только, вот сколько это человек, 8 нахуй, 8 человек, блядь. И плюс еще эти 8 человек должны давать контроль. Да, да, нереально почти. Я уже считал. Ну, с таким ХП-сом это невозможно. Ну, не с таким ХП это одно и то же. Тут и на пулы грамотные нужны, и стопы. Там вроде все пришли, сейчас лут разролит. А у нас на пульчиков нету.
Там просто нужен рогащий. Мне кажется, это просто. Мы можем пульнуть пару раз. Я не вижу смысла здесь сидеть, время тянуть, потому что это почти невозможно. Я не могу, сосед, играть за рогу, понимаешь? Потому что у меня ФБС. Вот типа у меня на вихре, блять. Вот типа, вот если вот сейчас ребро брать, учет, да. Я бью, ну, типа, до вихря еще терпимо, да? На вихре у меня, блядь, там бывают просадки, нахуй, до 5 FPS, нахуй. Ну это пиздец, это просто. Я тебе говорю, нахуй. Всех, так. Вчера так же было, я оконный режим просто поставил. Вроде нормально. И что, помогает окон? Да, он. Надо тоже попробовать. На нём не попадать. Для духов можно и в обычке потренить, в принципе. Постоять, не бить боссом. Ну нет, надо в хэме тренить, потому что тут они ваншотают, чтобы люди, ну, кстати, чувствовали. Я спросил насчет тюрьмы 25, говорят, там пиздец, там надо вообще в 16 тел ходить, потому что комната маленькая. Левый босс — это вообще хуета. А че, мы в тюрьму не идем? Там же вроде не было. В тюрьму завтра пойдем. Я, как и обещал, в тюрьму завтра пойдем. Да. Там мне чарочка, чтоб Ондру догнать. Чарка не работает. Вроде на Долгороде. Работает, да, на везде. Даже в ПВП работает. Кто-то говорит, что не работает, кто-то говорит, работает, как-то непонятно. Только я уже видел два раз с Эмом. ПВП-шмоте с плечами. Бля, подожди, она в ПВП работает? На рейнт вроде. На глубокие раны, когда тикают, могут еще одни раны проксить. Да. А там другая хуйня, там ты на офе знаешь миротворец вара, где он типа там удар делает и по тебе весь урон физически повышается. Там такой. Да, я помню, да, там греческий бросок кидаешь. Конечно. Да. Да я думаю, мы в четверг. Ну, в четверг. Какой пидо греческого броска? Минута. Я не знаю, типа, что делать с расписанием. Типа, если не будет нерфа, то я, наверное, все-таки в четверг не буду с пахом ставить. Если будет, нет, то тогда поставлю. Но я думаю, мы не будем вайпаться уже. Уже будет проще. Ну, босса хотя бы сходить на ребра. Смысл трое. Не, мне кажется, нет в четверг. Так мы сходим на ребра, но просто не в четверг. Вот что, про что я говорю. Ну, если не будет нерф. Если будет нерф, то мы пойдем в четверг. Поэтому я не знаю, что с расписанием пока делать. Ты там где? Я закрою шот. Я на шипах. Я тебя понял. Не, я понял, ты по АФКшел, да, вопрос? Не. Кунка, сука, ты оценил мою пандочку, блядь? Я призываю мастер, блядь. Ты мне нужен для напула, понимаешь? Я предлагаю 2 ДК слева. А Реслина справа, и Реслин, ну да, ну мастера на пулю. Ну да, блять, ханта на пул слабый, блять. Ну давай, да леди. Мы не убьем, леди, мы так потравим чисто. Иди, даже же мастер. У него один блин, фанатик. Нам бы щит снять, чтобы люди от духов побегали. Да, надо, надо посмотреть, что у всех ДБМ мы снимали оружие, то мы друг друга поубиваем. И по умиликам в основном. У тех, кого новый ДБМ, вам нужно будет добавить в экипировку комплект шмота, чтобы он снимал. О, я вообще его... Так, просто стандартная экипировка. Да. Стандартная экипировка. Все, сейчас это сделали, чтобы лишний раз это сейчас мы не умирали просто так. Арислин, ты будешь в ретрике? А, подожди, хуйня, блядь. Да подожди на зоны, нахуй. Хотя бы, чтобы мы на вторую фазу пока перевели. Сейчас я подумаю, как лучше сделать. Я думаю, мы переведем. Но дальше там... Ладно, Серегу пока не буду спекать, нахуй, в танк. Пускай в ДД будет, наверное. Но вообще, типа, в танк буду спекать на трэш на вторую фазу. Так, что это у меня получается? Ондра, Кунка Чувава Мирая, официантка. Мне лучше босса бить, да, на самом деле. 6. Ты, блядь, трэш будешь кливать, на. У него не очень кливается. Все какое, когда вот трэш выходит.
Так, Мирай, Ондра и... И Настя. А Кунку не лучше вы... поставить, нет? Подожди, вы с правой стороны. Войд Дермич также с правой стороны. Дерми, этот Войд, собираешь трэш сразу. Дермич, ты грипаешь моба с центра. Андрей, ты продлеваешь грипом. И хуярите по трэшу. Так, еще раз повторяю. Мирая, Ондра, официантка. Кунка, Чуауа, Хисяка. С левой стороны трэш бьете. Можно я буду первый грипать? Второй лучше грипнуть, чтобы он его бил. Не хочу поебучки получать. Ты в танке ловишь с левой стороны, блять. Танчишь трэш. И на второй фазе ты танчишь трэш. Он там по очереди выходит. Сначала слева, потом справа. Вот сейчас как мы смотрим на босса с левой стороны. Блять, я не знаю, сколько у трэша хп, нахуй. Сейчас посмотрим. По 800 тысяч примерно. У этих магов там априори поменьше хп, но сколько точно сказать не могу. Где-то, наверное, полмульта, 600к. Окей. У кого еще у Ешка хороший? У ШП, по-моему, это ШВДшка. Вроде бы. Плюс они могут мульти... Этот, плюс они обдот могут держать еще на лед. Да, давайте тогда так. Холишит и... Адель, вы с правой стороны, а ты будешь, Данька, помогать с левой стороны. На вторую фазу. Не, пока не надо. Мы посмотрим вообще пока, сколько времени уходит нам на вторую фазу довести и так далее. Как вообще что? Ну, я слышал, что там примерно, при всем хорошем, там где-то минуты 3 это щит снимать. Давайте пробовать, пофиг. 3-4 трая. Вы сидите обязательно. Я нет, мы в трэш хуёво. Что? Слева кто танчит? Реслин. Справа Дермичевой. Дермич, я первый. Реслин, еще раз тебе повторяю. Ты с левой стороны танчишь, вот так, где ты стоишь. И на второй фазе, когда мы, если мы переведем, сразу, сначала выходит трэш с левой стороны, потом с правой. Ты чередуешься, меняешь. Ты танчишь трэш все время на второй фазе. Понял? Маги он ли в босса, но... Так, рыбку ставлю. Блять, я лут забыл разролить, нахуй. Ладно. Давайте сейчас. ГЦ с первыми 77-ми. Боты? На сервере, по сути, почти. Бегай, пока лут ролят. Поставь, пожалуйста, порт выдал срочно. Я думаю, чуть-чуть еще. У него дохуя уже ебано. Блять, сразу два в какой же прыгнул. Чувак очень хочет эти ботинки, мне кажется. Ну, конечно, они бисовые, я же говорю. Да, ОКЗ, СКМ, бис. 4,2. Чувак очень вцепился. Колечко нахила. Сними, сам сервис поснимай. Поймите шкаф сразу, пожалуйста. И шкаф только не тяну. Ну ладно, пристав, я не буду пристав крысо пытаться забрать. Ой-ой-ой, это на ПВП без присту. Это чтоб план драпать. Жестко. Не, подожди, если он на лоспек, типа, я на мейн взял бы. Не, на мейн, конечно. А без мейн забирает, да? Нет, он ноуф. Он ноуф ролит, у него шипэш мейн, как я знаю. Но он так чисто на... Клю, у тебя какое кольцо? Второе. Что сразу же. Байдушный. Да. Нет, ты много заходил, но это... 64-я. Бери себе. Окей, я тогда за что там? За стольник возьму его. Да ладно, за десятку бы взял. А вот это рит хочешь? Или не хочешь? Это да. А может не надо? Два. А сколько у тебя пошли. Там? Вообще? Ты богатый? Да я сказал, рит у меня отожмет щит. Мне уже грустно стало. Да ладно, Глю, я тебе сейчас помогу, подожди секунду. У него нет столько. Смысла нету. Он наврал, что у него столько ЕП, Глю, ставь. А, ты мне снял себе сотку, да? Так, а че за минус 3 не касается? Я не понял. Давай обмен. Давай, блин, сиди.
нет там. В смысле, так скид ушел за сколько? За 3 КИП? Не, за 5 КИП я взял. За 5 КИП. Это он, типа, уменьшит ИП начально. ФП Трэша написал в речат, если что, прогресс. Так, смотри, сразу же, щит, чарка. И туда камень, нахуй. Там шам 5. Прогрессом, прогресса экспится, нахуй. Чтоб канонерф, нахуй, был, блять, убить, закрыть, нахуй. И кольцо все с камнями. Боже, ты крут, ты так крут, дай на тебя посмотрю. Так, все, все тут. Ебать, очень крут. Давайте вообще на плава. Интеллект без таба в пол. Так, данжермастера пока хитну. Ну а средь максимально хуёво сейчас, даже под леди подобран. Ну да. Мне нравится. Без таба придёт. Один вар только. Один хан. Ноль дров. Типа, ну, это пиздец. Ну, я если что на рогу зайду, типа, хуй с ним. Ну, типа, это понимаю, не проблема. Там, ну... Я буду гореть, нахуй, но, типа... Давайте еще раз вообще на полубаф. Приму себе готовность, блядь, окончательно уже, и будем по... Адель. У нас и контроль. Там трэш почти сразу, кстати, выходит. А, ребята, начала. Самое главное забыл. Паладины, блядь, баблы нахуй свои посливайте перед пулом. ДКшники, зеленки по КД вонючие свои сливаете. И так далее, нахуй. Сало, нахуй, вот это ебаное, тоже в босса скидывайте сразу. И прочую хуйню. Мобов можно. Отчет даю. Фанатиков будет этих помощи. Можно бы ша оставить. А можно в хила потом еще. Поехали. Я грипп не еще, да. 800к там. Фанатик вышел. Все, трэш играйте. Сейчас МК будет скоро. 10 секунд. Уже. Там моб стан надо дать. Почему не даете стан? Ну, плохо. Контроллер раздали быстрее, контроллер. Блэк еще ферряю. Блять, надо забыл сказать, чтобы вы за сейл поснимали. Вондру ферряю. А можно контроль? Ребята, стопните, вы Ева сейчас убьете. Контрольте. И... Блядь, когда у нас трэшем проблемы. Надо свечиться в трэш еще на. Ложь. Хорош. Проблема с трэшем. Надо еще добавлять. Маги, помогайте по трэшу играть. Контрол раздали быстрее. Это ошибка. Может, из-за ДБМ у тебя ошибка? Ну так, типа трэш такой остается. Падать. Надо его играть. Вот если такой появляется такой воскрешенный последователь, это супер хуево. Это надо типа, короче, просто сейчас магов распределю, и маги будут еще дип давать, оставлять под каст этой хуйни, чтобы они не взорвались. Да, потому что это супер хуево. Это мы считаем, получается, грубо говоря, мульт бьем просто так вообще. Ебать себе МК, на. 4 мага как раз. Сосед Беба с правой стороны. Давай это... я тогда, может, Геру Беба, спала. Беба твой первый дип, если что будет. Сосед твой второй дип, если что будет. Давайте Геру спала. На закрытие коста. Блэкич Кентури с левой стороны. Играйте по трэшу. Блэкич твой первый дип на каст, если что, сбить. Кентури твой второй. Где там еще станчиками могут танки сбивать? Там, блять, фанатик может кастовать такую хуйню, называется типа темное что-то там. Ну, короче, как взрыв там такой, как кровавый удар, блять. Ну, он долго кастует, он там кастует его где-то. Достаточно, ну, достаточно быстро. Там секунды 3 где-то. Ну, 4 дерьмо. Там что-то. Блять, как он называется? Он есть вообще в этом ебаном пути полетели? Должен быть.
Я просто забагался, я не могу посмотреть. Мне что-то не показывает. То же самое. Темное что-то внушительство или темное сокрушение, что это такое? Воскрешение, наверное, какое-то, блядь. Или темное воскрешение. Могу... Короче, что-то. О, темное могущество, вот. Да. Вот. Оно кикается, ну, салом оно не кикается, тебе именно вот дипом надо въебать. Ну, то бишь дип это как твой стан будет. Да, и при этом еще моб взрывается и хуево тучу урона наносит. Блять, ебать я даун нахуй, ну, я же по привычке на этого ребро ебаного нахуй бегу конченого нахуй пешком, блять. Ешьте рыбу. Вот Ринда рыбу не ставила. Что за хороший пал пришел в гильдию? Да. Ты охуел, блять? Кто так-то, блять, твой Ринда, блять? Ебальники закрыли, нахуй. Гладиатор, блядь, официантка, нахуй. Третья по боссу, нахуй, в ребро, блядь. Рты, нахуй, закрыли, блядь. Р1, паладин, сироса? Р1... Паладин... Сейчас она, блядь, пандрит, посвечнулась, нахуй. Сейчас еще на сурке двадцатку даст, нахуй. Да ты там на 100 тысяч ее передамажил. Это все шеем, нахуй. Грязный шанс. Перегаром снижает резист у босса, да? Ну. Там перегаром не только резист у босса, блядь. Вообще все. И урон увеличивается по боссу. Заблеё. О, сценарий. Фенарион. Знаете, что знаешь такого, Кирилл? Так что за него, да, кстати, скажешь, так по-быстрому, в двух словах? Про кого? Про Фенариана, вот. Видишь, написал. Я уже говорил. Все, подожди, давай, после пула. Кто говорил? Мне интересно. Ванищелла тут? Фонарь лучше знай просто это, все. Этого достаточно. Спасибо. Да, ну нахуй. 3, 2, 1, пул. Трэш. Магия вас не значал, кто где. Вот кажется закрыть надо. Хорошо. Следующий бег. Мазды спел нужен у мобов. Ребят, надо контроллер раздавать. Вы ж как бы контрольте. Ну так это примерно должно быть. Трэш через 5 секунд. Пиздец, что только трэш убиваем, я только к боссу подошел, мне обратно все надо бежать. Трэш. Я гриб. МК 5 секунд. Закрыть каст надо, МК, срочно. МК, справа МК, каст. Пизда. Не закрыли, я вижу. Но... Это плохо. Маги не справляются. У меня вонка взяла. Надо справа миликом, у кого физурон зафокусить скелета. Пизда мне по скелету. Хуёво. Физ дэмэджем убейте, пожалуйста, Эдику там справа мог. Еще мог бы вышел. Трэш вышел, но... Сейчас дрипли. Косты, пожалуйста, закрывайте маги, это важно. Я вас не просто так ставил на дип. Настя, старайся не вырываться сразу. Серый, дай рез. Контроллер раздали быстрее. Скорее всего, отдаю эфир. Окей, Глю, даю эфир. Все нормально. Все, пизна. Вы уже челики сдохли. Лужа, сорвать мышцы. Ну да. Так, ну вот видишь, смотри, классно. Вот этот воскрешенный последователь справа. Он как с первой, со второй волны появился, все. Не, а это новый, это новый, это новый. Нет, вот этот. Вот у меня систа нет, вот. Стоит он со второй пачкой.
Ну, справа как на леди смотреть. На тебе усист, окей, блядь, можешь метку тыкать нахуй, мне просто это, неудобно. Это новый, кажется. Это переродится. Вот этого я лично бил его нахуй. Он со второй волны нахуй, невозможно убить. Ясно, нахуй, жопошник охуел, я смотрю, еще и косой мне въебал нахуй. Да тут люди говорят, что-то типа, мол, босса можем убить, ДПС хватает, нам на трэш не хватает. Альмора, тебе нужно давать масс диспел по трэшу, когда на них баф. Да сейчас еще 2-3 пула сделаем и все. О, потому что у него масс диспел. Тут вообще очень часто. Потом если что, потраем. Тут надо и союзников снимать. Понял. Тут даже щит не успеваешь снять, там у нее еще уже 5 минут берса остается. Кого? Мы нормально шли, мы до 60% доходим, там получается может? Сколько? Минута 10 остается. То бишь считай, если все нормально бить, щит мы собьем где-то будет. За 2,5 минуты примерно, плюс-минус. 2-3 минуты, ну может 2,5-3 минуты, плюс-минус где-то так. Примерно в этом промежутке. Остается 7 минут, вот считай. Это при хорошем раскладе. Вот. Кирилл. Да, я скажу про это превращение. Типа босс кидает паф на некоторых из мобов. И если кидается на фанатика, который милик с топором, то он превращается в гнилую хуету такую. И тоже урон наносит, когда превращается. Она еще не такая проблемная, эта хуйня. Проблема те, кто скелеты из фанатиков, да, этих, из помощников вообще превращаются, по ним макурон минус 100%, если не ошибаюсь. Поэтому их убить очень сложно. Это вопрос. И превратиться такой может любой моб, если что. Это все охуенно, но давайте просто проясним. Есть люди, которые бьют, есть которые не бьют. Так всегда будет или как? Прием, прием. В теории так профить не будет. Чё профить не будет? Ну типа вот назначить людей, которые нормально мастуют. И пусть бьют. Ну а что, у Элема, скажем, нет цепухи кастануть? Ну типа есть, но я в любом случае меньше, чем приз дам в... Как он ну называется? тогда просто есть такие классы, которым не надо бить трэш, получается, да? Ну, понимаешь, то, есть профит, а есть не я могу трэш побить, мне без разницы. Я говорю, есть такой профит, а есть не профит, понимаешь? Ну, профитно, наверное, стоять с мобами. Ну, первую волну не залили, вторая выходит, еще мобы перерожденные стоят. Это профитно, наверное, да, на этом боссе. Мобы не должны перерождаться. Если моб перерождается сейчас, это супер плохо. Потому что ЦВК не нерфленная, у них по 800 тысяч. Вы не убьете этого скелета ебаного, я его не могу убить. Я его убью, я не могу его убить. Нет, я, ребят, я специально поставил магов, чтобы они дип не кидали. Они дип держали на этот, чтобы ебаный каз бить. На фанатика именно дип кидать? Этих мобов может убить только Кот, Вар, Хант Рога. И то не каждый Хант, и не каждый Рога. Все, давайте еще два пула сделаем, да. Бесполезная хуйня, я считаю, вот, переапанная вот эта нахуй. Не стоит она, если вы будете смотреть по мобы, можно сразу продать. Это пиздец, мелики должны трэш заливать спокойно, а тут пиздец. Ты понимаешь, что у нас мало меликов. Ладно. Плюс там на пол, плюс у нас на полу особо нету. Мы играем в срок, в этом вся проблема. Если сразу завалился, не дать. С другой стороны тоже трэш заливать, вот так чисто пиздец. Я правда нихуя не понял, что диспелить при выходе. Там нужно распределить всех четко, чтобы станы давали в эти косты. Тогда мобов. Гримор, тебе ничего не надо диспелить, тебе только диспелить надо, если что, этот. Когда челы выходят с контрола, получается, на них там висит фир какой-нибудь, либо шип. Ну, когда МК заканчивается. Вот про это только может дать диспел. Все, больше нихуя не надо. Кирилл, а на фанатике культа баф, кто будет диспелить? Маги? Да нахуя? Не могу. Они вроде там договаривались, что играют в босса. Ну окей, ну значит Вальмара. Так один, ну андей, всё. Тит БМ даже нонс когда давать.
Значит, диспель, ты вельмон. Маст диспель. Ложь. Вот, просто пошли. Они лучше, я не буду спать метки ставить, реально. Так, забинди на кнопку. Вот, сейчас. Сбинди на кнопку, на F3 какой-нибудь, у меня на F3 стоит, F3, F4. Темное сокрушение. Короче, вы не сбили кадр, да? Нет. Темное сокрушение. Скорее всего, убил бомбой. Ну и Мира, я тоже. Диспаленте пожалуйста. Блять, с этим-то 4 еще чисто ШВД разрядил. Да, там ваншот 100 тысяч. Диспаленте паралич, блять, 46. Все, тихо, падайте. Это он не диспелится, это физическое. Это хуйня не диспелится, это физическая хуйня. Это пандовская залупа, нахуй. Кто-то тебе панды въебал это. Тоже это мог быть. Это панды кидают. Боб, дайте по хисяке, Боб, дай просто, я, дайте. Настя, Боб, дай по хисяке просто. Он, по-моему, Бобом Настя должен снимать. Он только Бобом снимает, вроде. Я еще ничего не кидал! Это Арислин был, по-любому. Значит, Арислин, ну. Это пандовская расовая, она жесть. Физическая хуйня, она только Бобом, наверное, снимается, и все. Больше ничего. Боб Тринкет, все. Да, Боб Тринкет Берса. Берса снимает тоже? Да. Ну, вара Берса, естественно. Это эффект Гоуджа. Да, но я не знал, что Берса снимает. А что ему дали? Подожди. Ну, блок снимает еще. Бабу. Ну, это... Да, бомбочка, ты меня жестко уебал. Спасибо, скорее всего. Класс, молодец. 91к, нахуй. Пизда, не законтролить, это заебись, кстати, да. Вот это новое Т4 прикольное, типа шипешки, да. Кидает ШП типа в МК, и если он успевает ШВДшку кинуть в миллизону, нахуй, это просто, смотрите, минус 5 там, ну или сколько там стоит. Это ваншот, если кританет у него, это ваншот. Так он там... его кританет, скорее всего. Так там много, да, там, у кого. Там все время критует почти, за бендри. Типа, но у него кританет, потому что у нас нету ни реса, ничего. У нас нету, ну, там, короче, большой шанс, что кританет. И это вайп. Там пиздец. Давай. Там еще как сделали эту бомбочку, что она теперь делится, ну, лучше для приста, так скажем. Поэтому, тут надо, ну я же говорю, тут, во-первых, надо рейд переделать, а во-вторых, ну, так чисто. Во-вторых, это переапанная хуйня, которую типа не убьет. Вообще. Это просто дрил. Даже если все идеально делать. Ну вот, сейчас просто ДПС не хватит. Это тут очень сложно все сделать. Мы и так ластра еще сделаем еще. Крайне точнее. Дарнавана вы сам сейвите, да? Да, мы кое сделаем туда. Тебе на боев чисто. Да так, просто чтобы люди посмотрели. В любом случае эту хуйню понерфят, мы будем ее бить. Я бы хотел, чтобы мы хоть раз перевели на вторую. Да перевести-то мы можем, блядь. Смысл, нахуй, понимаешь? Перевести мы можем, да. Перевести мы можем, ну типа, ну там умрет кто-то тогда. У нас максимально говняный стаб, говорю, без напола. Типа, это да. Главная проблема. Откуда еще раз совершенно плоба. Он стоит на месте и кастит длинный каст, бебо, где-то 3-4 секунды. Че? Как такая анимация войсков. Все, че, да. Да, 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 да. Вокруг него такая хуйня крутится еще. Поехали. Ты если один раз увидишь, ты запомнишь, я не знаю, как объяснить. Лужа. Лужа тоже тикает по 18, по 8-ка еще. Серый, дай бэр. Контроллеры сдали быстрее, Барбаросса. Блять, забыл сказать, чтобы вы снимали эти, блять, защиту от темной магии. То есть хуйня полная. Или не бафали ее просто. Да, или не бафали. А дайте фури баф сказать. Тебя ее не бафали, у меня нету бафа. Ее нету, блять. Почему-то по Барбароссу, блять, два раза с оборота. Лафу, не бафните, бафа. Трэш.
Настя, не врывайся сразу. Смотри за гром. Там нету на пол. Ты тоже с таном можешь забить касту. Вот касту где там мог, но я не знаю. Раздали контроля быстрее. Все, Настя, кас есть. Сбивай темное могущество с таном, хожу просто. Блять. Нахуй. Что, Адель, блять, Адель ковра нахуй похоронил еще, блять. Диспел. Рид гандон. Можно босса побить. Чуть. 5 секунд до трэш. Чисто по приколу. Трэш 2 секунды, трэш. Лужа. Трэш не слишком быстро выходит. Самый прикол в том. Самый прикол в том, что, короче, смотрите. Мне вот еще прикалывает вот эта хуйня. Ладно, забейте. Ну ладно, бейте, хуй с ними, я потом скажу. Бейте, трэш. Контрол, раздали речь. Контрол. Соседа разконтрольте. Погиб. Вот кастует где-то, у вас ДБМ должен кричать. Где фрейс? Минус Мирай, минус Блэч. Да, мы слева, блядь, трэш полчаса бьем. А подвести к боссу. Как-то. Можно, можно. Есть такая тактика. Проблема в том, что может Фнатик нахуй кливнуть и будет хуёво. Ну, давайте перейдем я. Не, ну ты знаешь, так типа подвести слева и справа, чтобы миллика между перебежек было меньше. Чтобы, допустим, времени было больше. И меньше, чтобы бежать. Ну ладно, можно типа так попробовать, будем в любом случае делать. Короче, самый главный прикол, что слушать. Если вот эта хуйня кастует ШБ, вот, допустим, сейчас она выбрала таргет, вот сейчас кого она выберет? Маничеллу, да? Вот она въебала ему ШБ. И в этот момент кидается лужа нахуй, этот человек 100% умирает. Это типа нереально пережить. Переживает только тот человек, который нажмет, среагирует там блок нахуй, либо тучку нахуй, либо еще что-то. Также вот так Блэкича убило, меня только что убило. Вот типа она кастует ШБ, и если в этот момент как раз кидается лужа и летит ШБ, это 100% смерть этого чела. Это уже минус один. Мне больше нравится, сколько хп у мобов. А, вам еще сотку сверху накину. Все. Это просто пиздец. А ты ей уже давал? Да. Нельзя. Замени нельзя. Там половину еще, можешь ебать. Нет, сразу нет. Это невозможно. Во-первых, потому что мобы умеют кастовать и всякие хуйни. Кирилл, мы все на сегодня? Они просто да, стоят. Да,